Я тебе говорю, надо закопать, сейчас нормально все будет. Ты да никуда я... его не... На карьер куда-нибудь, где песок, понял? Почему закопать? Ты слушай, просто душевно больную бабу или что? Она же больная. Мы... С ней можно что угодно. Бородач просто нам его вообще передал в руки. Я он тебя... Он себя скинул это все. Послушай. Скинул. Макс. Никуда ничего не закапывал. Он ничего не придумывал. Услышь там меня. Свечи никакие он там никуда не вставлял. Мы понимаешь? Сейчас на карьер, получается, сгоняем. Там должен быть карьер песок. От карьера его тоже раскопает. Бородач просто передал в руки нам. Что мешает так же? Да. Держи. Пока что это? Вещь дорогая. Продашь, денег заработаешь. Сильно тебе в жизни поможет. Все. Серьезно, ничего удачи. Не будет. Удачи. Потом посмотришь. Макс, ты что натворил? Ты придурок? Все. Ты никаких проблем. Никаких. Как никаких? Не надо никуда закапывать. Иди со свечкой, блядь, с этой дебильной. Бородач так же нам просто передал. Куда? Понимаешь? Где он? От бородача мы так же просто взяли. Все. Макс, она сказала закопай, ты понимаешь? Это абсурд. Все, да это не абсурд. Иди догоняй его. И машину пошли, и все. Все, что будет дальше, уже не наши заботы. Все, что будет дальше, не наши заботы.